только что с игры выиграли. Хоккейка разорвала 6-3. Наши все поздравления шведу, у которого родился пятый ребенок. И что? И они ему начинают там натирать, там давить и так далее. То есть, ну, это уже не удовольствие, это уже как бы через боль, через силу. Ну, переживайте, это не надо на коньки грешить, это у вас такие ноги. Рад, доволен, но не признал. Всем здрасте! Только что с игры выиграли. Хоккейка разорвала 6-3 команду 17-03. Молодчики с победой. Пользуясь случаем, передаю наши все поздравления шведу, у которого родился пятый ребенок, сын. Сегодня буквально днем. Сегодня он на игре забил гол, с чем мы его тоже поздравляем. Красавчик, хорошее настроение. А поговорим мы сегодня о том, что у нас в коллективе Антон. Это, между прочим, один из лидеров команды. Купил новые коньки. Коньки Bauer, модель X27. И что? Буквально два льда, и они ему начинают там натирать, там давить и так далее. Он сейчас обо всем расскажет, и как мы нашли выход из этой ситуации. Так, здорово. Еще раз с победой. Взаимно. Так, значит, во-первых, расскажи, почему твой выбор пал именно на... вапоры, на Bauer и на такую простенькую модель. Слушай, ну, в принципе, как для себя лично не считаю необходимым тратить больше деньги на оборудование хоккейное, так как занимаюсь любительски. Вот. Ну, данная модель мне вполне подошла и по объему, и, в принципе, Bauer мне был до этого. Я на одних коньках катался 5 сезонов, поэтому, ну, как бы я такой, в этом плане, непривередливый. То есть, купил машину BMW, но при этом коньки попроще. Но BMW тоже. 2014 года, то. Ну, понятно. Я не буду говорить, на чем я езжу, ну да ладно. Хорошо, купил коньки, вышел на лед. Что не так? Нет, ты сделал формовку. Как обычно, да. Сделал формовку, вышел на лед, пару льдов, чувствую, маленько поджимают. Как будто по полноте чуть-чуть не хватает. Но именно в пятке она полностью хорошо облегает ботинок, то есть в пятке объем нормальный. Но вот непосредственно у меня специфика ног такая, что костяшки торчат везде, где только можно. Угу. Вот, соответственно, костяшка внутренняя, вот в этой части ботинка, поддавливала первый лед чуть-чуть, второй лед хуже. И на третий раз я уже понял, что надо что-то делать, потому что, ну, иначе невозможно было совершенно кататься. Ну да, но симптомы были у тебя такие, что ты мне говорил, что до льда ты идешь, хромаешь прям больно. Да. На лед выходишь более-менее, да? Во время ходьбы вообще нереально. Вообще. То есть, ну, это уже не удовольствие, это уже как бы через боль, через силу, ну, это не то. Угу. Итак, просто я не ожидал. Я ему говорю: Антон, надо это место выдавить, где давит. Он такой: что это такое? Я говорю, что любой специалист, кто занимается заточкой либо каким-то там ремонтом коньков, он тебе сделает. В итоге он поехал к ребятам, тебе там разогрели это место, вот здесь у него было, да? Да, они локально разогревают феном просто часть ботинка. Вот здесь мы покажем, может быть, даже видно, что выпуклая такая, короче, на ботинке выпуклость. Суть в чем? Феном разогревают, вот, кстати, изнутри ботинка. Оно видно, вот это место, разогревают феном. Дальше надо что? Дальше они вставляют такие специальные там щипцы у них или что, короче. С одной стороны шарик здесь, с другой стороны просто упор. И вот это место вот так вот там под кругляшок такой выдавливают, оно становится выпуклым именно в той части ботинка, которая необходима. Так, потом ты одеваешь конек. Потом одеваю конек, померил, все подходит нормально, все. Завязал, посидел? Вообще ничего не снял. Просто, то есть, померил? Дал померить, сказал, нормально, я говорю, нормально, все. Я встал, и реально как будто в тапочках. То есть, вот разница сразу же была. Вот он тебе выдавил, и ты, не выходя на лед, а дело уже понял, да? Вот. Конечно. Спортсмены, может быть, кому-то станет полезным, потому что ситуация какая? Человек купил новые коньки абсолютно. Не бэушные, в них никто не катался, новые коньки. И вы представляете, да, там, они вам начинают давить и жать. Ну, как кататься? Ну, конечно, тяжело и неудобно, дискомфорт. Вот, поэтому есть такая вещь, как выдавливание. Это, в принципе, я говорю, любая мастерская, кто занимается заточкой коньков, они вам сделают. Нагреваются коньки специальным прибором, щипцами, или как-то они называются, там кружочек такой, выдавливают то место, потому что ноги у нас у всех разные, кости тоже разные. Выдавливают то место, и все, и проблема убегает. И, в принципе, вот сегодня он отыграл игру, забил две. Да. Вообще красавчик, просто на уровне. Сегодня вообще хорошее настроение, бомбическое. Сегодня еще воскресенье, а крайний день недели, никуда не сходить, не посидеть, не отметить, хотя все закрыто. Ну да ладно.
Вот, поэтому с любым, с любой такой проблемой, кто столкнется, не переживайте, это не надо на коньки грешить, это у вас такие ноги. К сожалению, они у нас все такие кривые и разные, особенно костяшки, где выпирают. Все это делается, вот, не надо сразу же менять коньки, потому что у нас был клиент, который поменял, по-моему, 4 пары коньков, но он не мог объяснить, что. И потом до него дошла та информация, что можно выдавливать, он выдавил, рад, доволен, но не признал это, что... Те коньки тоже были нормальные, те коньки, он сказал, были плохие, а вот эти удобно. А то, что ему выдавили, он про это совсем забыл, думал, коньки такие удобные. Вот, поэтому не переживайте, данный выпуск сделан специально для тех, кто не в курсе, потому что, например, когда я Антону сказал, надо выдавить, он даже не знал. 10 лет я бегаю в любительском уровне, и даже не слышал про это ни разу. 10 лет человек катается и не слышал ни разу. Поэтому, может быть, кому-то станет эта информация полезной. Поставьте, наконец-то, лайк. Подпишитесь. Всем хорошего настроения. Берегите свои ноги. И только побед. Играй в хоккей. Хоккей для всех. Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».